Это «Три копейки». Бумбастик и Кот 7 снова с вами. Что такое судьба? Скажи мне, а ты выбираешь судьбу или тебя выбирает судьба? Устроился на склад стройматериала, спрыгнул с пачки профлиста под колеса автокрана. Два перелома, сотрясение, ты навсегда запомнишь это падение. Белый потолок, добрый взгляд медсестры, слезы родных, кошмарные сны. Но все могло быть иначе, если в ответ на смс-ку друзей ты ответил бы: ладно, пацаны, окей. Приехал в клуб, зависнул с пацанами, нашел себе подруг, а утром умирал с похмелья. Прогулял работу, сел бы за компьютер, зарубился в доту, и все нормально. С получки высчитали штраф, все живы-здоровы, никто ни в чем не виноват. Выбирают, это каждый знает. Но если задуматься, ведь иначе бывает. И будет у тебя все в шоколаде, парень, если путь ты выбираешь правильно. Каждый день это выбор, каждый день шаг, и все будет нормально, если ты не мудак. Правильно сделаешь или накосячишь, в нашей жизни это слишком много значит. Что сделаешь ты в экстренной ситуации? Кинешь пацанов или станешь залупаться? На своем районе будешь ли в порядке или на проспекте синеглазой блядью? В нашем мире каждый ошибается, но у него есть шанс, чтобы исправиться. Ну а если нет, под могильную плитой исчезнет тот, у кого ответ другой. Стояла перед выбором свои 17 лет, стать великим человеком или выйти на проспект Ленина. Сибиряки, твои первые клиенты были одноклассники. Мне понятен твой выбор, проще сделать миньет, чем ходить на уроки, учиться много лет. В школе на меня кричала «идиот», а теперь за 100 рублей берешь его в рот. Грязная шалава, плачешь о своем несчастье, разломала репутацию на маленькие части, загубила жизнь свою и винишь в этом судьбу. Ты слишком поздно поняла, что живешь наяву. Сука, скажи, при чем здесь судьба? Ты сама же встала раком, ты сама сюда пришла, ты сама назвала цену и разделась предо мной. Короче, думай головой, в дальнейшем выбор за тобой.